Новый будинок одного из центров распрацовок ABA Group разместился побач с офисом компании, якая працює у сфере оказания и послуг уже не один год. Рабочее место тут обсталеванное по опошним слове техники. Есть доброоснащенные переговорные, тренинг-центр, покои отпочинку, спортивные и фитнес-залы. Гомельский центр у нас самый большой после Минского в Республике Беларусь, поэтому понятно, что мы достаточно большое внимание уделяем развитию их инфраструктуры. Я убежден, что это будет достойное место работы, достойное тем проектам, которые они выполняют для наших заказчиков, как Республики Беларусь, так и для наших зарубежных заказчиков. То, что наши компании стали вкладывать деньги в строительство собственной инфраструктуры, это свидетельствует о зрелости индустрии разработки компьютерных программ и о том доверии, которое имеет и наш отечественный инвестор, и зарубежный инвестор к этому сектору экономики в Республике Беларусь. Зараз шмат супрацовников Гомельского центра распрацовок IBA Group складает 350 человек. Новое вытворчее помешкание различено на 200 працовных мест. Для Гомеля это добрая стартовая пляцовка для молодых специалистов, выпускников у тым лику гомельских ВНУ, яких тут чакают на протягу ближайших 2 годов. Процентов 95 наших работников – это выпускники наших гомельских вузов. То есть им не надо ехать никуда-то за границу, да, для того, чтобы найти хорошую, высокооплачиваемую, престижную работу. Мы работаем здесь. Вот. Поэтому как бы для них это тоже перспектива. Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».